Так, ну что, друзья, всем привет. Сегодня решили пахать огород, пока погода стоит. Будем пахать вот на таком агрегате, на мотоблоке дизельном. Ну, а что будет дальше, смотрите, не переключайтесь, дальше будет только интереснее. Так, прибавляем газульку, декомпрессор и заводим. Так, ну что, что завел? Сейчас помчу. Так, сейчас убираем колеса, ставим фрезы. Так, все, поменяли колеса, поставили фрезы. Начинаем пахать.
друзья, земля еще, конечно, очень сырая. Все фрезы забивают постоянно. Раз проедешь и чистишь, короче. Я вон в кроссовках там в конце грядок потонул, вообще труба. Так что рановато мы еще затеяли пахать. Надо было еще пару дней и все бы, наверное, посохло, нормально бы было. Друзья, жаришка знатная, я вам 10-й пот уже сошел. Thank you.
Так, ну что, друзья, пол огорода спахали. Сейчас присяду, перекурю, что-то, блин, вообще напрочь весь сырущий. А еще жара-то такая, 20-27 в тени, кажется, блин, вообще труба. Душит просто. Ну ничего, сейчас. У нас просто еще тоже время-то ограничено. Сейчас вспахаем, и нам с женой в Киров надо будет срочно. Ну, я еще в район заехать надо по работе там. А задержится, может, на часик. Я как раз хоть в душ схожу, помоюсь. И уедем в Киров. Там тоже дела по делу. А мы завтра же обратно приедем. Как раз для мангала там профтрубу куплю, да. Все, что еще хотел, там докуплю. И все вообще по красоте будет. Так, друзья, пришел брат мне тут помогать. Сейчас, пока он пашет, я полез под поле за вкуснейшим, короче, компотом. Прохладненьким. Сейчас попью компот. Так, ну что, друзья, достал яблочно-вишневый компотик такой вот вкусненький. Эу! Это дизельный мотоблок гудит, что аж не слышно вообще ничего. А, брат у меня пошел, начал пахать. Огород у нас небольшой, всего 3 грядки, 2 под картошку и 1 там под лук, да под все такое, мелочевку. Сейчас приеду, привезу еще один парник, поставим вот за этим. И там посадим арбузы, дыню, что-то еще там. А тут помидоры будут, перцы, в этом огурцы. Так, ну что, друзья, разбавил компот еще водичкой, чтобы не такой сладкий был. И вообще просто супер. А, вкуснятина какая. Дизеляка дымит как. Мощно. Ваши комментарии.
Слушай, ну как убирать надо. Тут хуже стало. Опять на. Точно какая-нибудь пыхнем на. С этим баком. На, полный надел. А, то пол-литра залить, блядь. Держу подхватить. Ну жука. На суп поковырять тебе. Ленка, ты сейчас там пальцы порежешь. Ну что, друзья, все, брат проходит последний раз. Вот, такие дела. И дальше мы будем потихонечку собираться в район и в Киров, как говорил. Так, взял банку. Сейчас пособираю червячков курочкам. Пусть курочки поклюют червячков. Тут червяков очень много. Так, надо одеть футболку, а то что-то, блин, закусало, комарьё уже появилось. Тут где начинали пахать уже все, грядка высохла. Быстро вообще на глазах сохнет. Так, ну что, друзья, все, мы закончили, все спахали, поехали мы в Киров. Вы были на канале Михалыч, подписывайтесь, ставьте лайк, всем пока-пока.